Здравствуйте, здравствуйте. Это бульвар Кучеревского. Я когда-то снимала, уже тут ходить не буду. Красиво, тут два дома, и между ними такой дворик. Дворик-скверик. Там впереди пошла улица Чкалова. Вот. А там тоже гулять особо нечего, там старые дома. Что на них смотреть? Все как было, так все стоит на месте. Ничего не поменялось. Как 100 лет назад было, так и сейчас. Никаких здесь по этой улице ни новостроек, ничего нету. Так что такое вот. А я куда пойду? А я пойду вот туда. Вот такой здесь скверик. И впереди фонтан работает. Ой, возле фонтана очень хорошо побыть. Сегодня, знаете, прям с утра сразу теплынь, теплющая. Прям как будто бы лето сразу включилось мгновенно. Хорошо здесь. Зелено. Людей, конечно, нет, потому что понедельник. Все, у кого есть работа, работают. А у кого работы нет, бездельничают. Вот это вот скульптуры, конечно, такие все загадочные. То ли дело раньше. Девушка с веслом. Все. Всем все понятно. А теперь... Стоишь, смотришь, 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 что оно, что художник хотел показать. Вот в таких вот своих произведениях. Ну что тут? Вот детская площадка, смотрю, батуты. Ну, такая детская игровая закрыта, где там детки залазят, играются. Машинки на прокат стоят. Вот. Ну и особо так ничего больше нет. И фонтанчик. Это я сейчас собралась в парк идти. Как здесь? Но здесь один из входов в парк. Смотрите, какой домино. Да, весь из красного кирпича. Да уж. Вот такие вот ступенечки. Ступеньки, конечно, подлежат ремонту. Я уже и в прошлом году ходила, и позапрошлом. И несколько лет назад тоже на это обращала внимание, что эти ступеньки, наверное, не делались очень давно. Кошечка на поводке. Кися. Впервые вижу кошечку. Вот так вот надо выгуливать. А вы мне говорите, барсик некрасивый. Красивый. Вот вообще лысые кошечки. Молодцы, девочки убирают. Я этот парк люблю больше, чем другие парки. Вот, чем парк Шевченко. Мне этот как-то, знаете, так, душевней, так сказала бы я. А Шевченко, он такой громадный, зеленый, да, все красиво. А это такой маленький, компактный. Его бы, конечно, почухать немножко. Может, и не немножко. Вот тоже вот плиточки подпадали. Вот. Так, конечно, я смотрю, что уходят, убирают. Молодцы, умнички, парк. Конечно, и дорожки подметены.
как бы и трава скошена, тут ничего не скажешь. Я и в прошлые разы всегда ходила, то тут убирают, ну слов нет, молодцы, 5 баллов. А вот то, что надо бы вложиться в ремонтик, ну это уже и не только я говорю. Березки. Березки, сфоткаться возле них или нет? Не. Не надо. Ну, тут он тоже каруселька есть. Вот паровозики для детей. Зимой когда-то здесь лодка, хотел сказать. Елка стояла зимой. Ну, уже как бы ее и не ставят. Не, ставят, подождите, в этом году не было, да? В прошлых годах. И вот здесь мне нравится такое, как бы, сквер-бульвар. Ну, люди на лавочках. Видно, кто недалеко. Вон дедушка с колясочкой. Видно, внука выгуливает. Ну и вот сейчас до этого озера дойдем. Посмотрим, какие там птички. Годування хлібом небезпечно для здоров'я та життя водоплавних птахів. Понятно? Если хотите покормить, можно купить в зоопарке «Живая планета». Корм специальный. Ну, это не так. Лебедей нарисовали. Лебедей, по-моему, здесь и нет. Вон уточки плавают. Там детская площадка. Там то, что были, вот ржавые все. Их поспиливали, только у меня на видео они теперь остались там, в архиве. Железная дорога. Ну, вроде уже как по выходным работает железная дорога. Уточки. Ты смотри, какие прям летают. Ты смотри, как ухаживает. А она еще выкаблучивается. Я не такая. Я жду трамвая. Да? И пошла одна. Вот так, женщины. Кто так вот себе, знаете? Ой, да не надо. Вот так и будешь ходить по лужам одна. А теперь ищи. Да где же он, где? А он там уже к другой полетел. А она уже назад бы и к нему. Вот так. Был кинотеатр. Вот смотрите, это, можно сказать, последние кадры. Скорее всего, это все будет сноситься. Не скорее всего, так и есть. Ну, вот так выглядит летний театр. Вернее, он никак не выглядит. Указатели. Я не поняла. Указатель Киев в ту сторону. И Париж в ту сторону. А что и все? Это два направления. Ну ладно, пойдем на Киев. Потому что я приближаюсь к самому главному, ради чего я вообще весь этот путь проделала. Вы видите, море роз, просто море. Сейчас пойдем с вами смотреть. Потому что тут одна лучше другой. Thank you.
красотища на фоне розочек, да? Вообще все засажено. Я уже находилась, насмотрелась, немножко с вами делюсь этой красотой. Видите? Ну что, продолжим дальше с вами прогулку. Вот здесь один спортсмен играет. Там, я смотрю, вдалеке кто-то там на мотоцикле. Или учатся ездить, или что-то. Там дальше картинг-центр. Ну, это работает, наверное, по выходным. Вообще даже не знаю. Так, что тут детям? 100 гривен детям от 3 лет. Вот зоопарк, живая планета. Кто с маленькими детками, можно приходить здесь, потрогать можно этих зверюшек. Это интересно, а будут вообще какие-то качели к лету работать? Я смотрю, видно, они их сейчас проверяют. Вон какие-то там горки, там он ездит что-то. Опа! Это, наверное, пока проверочная, без людей. Угу. Да, проверяют. Какая-то птичка смешная, что-то перышки какие-то берет. Ну вот, что я сегодня купила. Клубничка. На Озерке, конечно, сегодня понедельник, выходной. И покупателей почти нет. Покупателей и продавцов. Но вот в пару-тройку мест клубничка продается по 100 гривен, по 110, вот так вот. И продавец говорит, вот дожди вчера были, как бы, и она начнет уже все. Но клубнике ж солнце надо. А вчера весь день пасмурный был. Боже, как же вкусно. Что скажешь, Мила? Ты клубнику не ешь? Нет? Скажи, я такого не ем. А ты? Тоже не ешь? Тоже не ест. Нет? Не ешь клубнику? Не. Ну, съешь. Нет, не хочет. Нет? Не хотите? Ну, как хотите, я съем такую красотку. Ну и, конечно, куда без тревоги.